Доктор Стрэндж, своим трудом вы спасли тысячи жизней. А если я скажу, что ваша реальность лишь одна из многих? Стрэндж невероятно заносчив, талантлив, очень необычен, и ему нужно всегда чувствовать себя хозяином положения, особенно в вопросах жизни и смерти. Благодаря этому он и стал блестящим нейрохирургом. Он попадает в аварию, калечит себе руки и затем все свои деньги тратит на их лечение, чтобы вернуться к любимой работе. Жизнь рухнула, и он решается на отчаянный шаг. На последние гроши он отправляется в Непал. Он ищет средства, чтобы исцелить руки. Мой персонаж знакомит его с таинственным миром мистических сил. Стрэндж знакомится с моей героиней, Верховным Чародеем. Хотите знать, что я вижу в вашем будущем? Возможности. Он побывает в астральном измерении, о существовании которого и не подозревал, и осознает, что здесь кроется немыслимый потенциал для спасения человеческих жизней. В фильме очень интересные злодеи. Это люди, которые польстились на силу, открывшуюся им по ту сторону добра. Ты умрешь, спасая свой мир. Они хотят снести барьеры, отделяющие нас от других измерений, что привело бы к гибели нашей вселенной. Невозможно. Но другого пути нет. В этом фильме головокружительный экшен. В нем и драма, и комедия, а также совершенно невероятные приключения. Думаю, впечатлений будет масса. Marvel представляет «Доктор Стрэндж».